Эстрадная экспедиция по пошуку талента у Могилеве. В областном центре под эгидой молодежного театра эстрады стартовал проект «Беларусь – краина талентов». А распачался он концертной программой у специальной школе закрытого типа. Артисты молодежного театра упершиню такую установе. У зале их чекают выхованцы спецшколы. Яны и удельники, и глядачи творчей встречи одночасово. Бо не просто глядять выступления артистов, а еще представляют свою творчесть на суд профессионалов. И организаторы встречи означают, тут есть соправные таленты. Здесь очень талантливая молодежь. Мы уже посмотрели на те произведения искусства, которые они делают. То есть мы найдем общий язык. Погоджается с этим и керавництво установы, и означает, что хлопцы тягнутся до творчести. У нас есть кружки творческие, также и спортивные. Вот кроме вокала у нас еще есть, как я уже сказал, ансамбль народных инструментов «Лошкари». У нас есть творческий кружок бисероплетения, который дети занимаются плетением. Хотя, как ни странно, мальчики вроде кажется, но им очень это нравится. И очень много желающих участвовать в этом кружке. Некоторые выхованцы марят связать свой лёс с музыкой. Ну, я хочу поступить в музыкальное училище, когда выйду. Эстрадная экспедиция пройдет во всех регионах Беларуси по разных научных установах и коллективах. Ее организаторы будут знакомиться с талановитыми молодыми людьми и попробуют помочь им продемонстрировать свои здольности широкой публике. Молодежь тех регионов, в которых мы побываем, сможет представить нам какие-то свои талантливые номера, каких-то талантливых детей, молодежь и исполнителей. Мы их с удовольствием выслушаем и в конце, так сказать, завершающим этапом мы планируем провести большой гала-концерт на территории уже столицы, в театре эстрады, на сцене театра эстрады, где выступят все представители всех тех регионов, которые мы проедем. Павел Савицкий, Сергей Крупяков, Александр Тарасов, «Новини регион».